Приветствую, дорогие друзья! Снова с вами я, Саша, в нашем легендарном магазине Таганской. И сегодня мы, собственно, продолжим тему майских праздников, да, которые уже прошли. Тем не менее, сезон отпусков, лето, шашлычки у нас еще остались, и они впереди. Потому что, как бы, такая пора, когда необходимо собираться с друзьями, собираться на природе, накрывать на стол. И, как правило, вот это вот застолье, оно всегда проходит очень в такой шашлычной атмосфере. Обязательно с дымком, вот, обязательно в крутой компании. И всегда вспоминает, ну, оставляет о себе замечательные воспоминания, если у вас все прошло как надо. Но если у вас прошло не как надо, то воспоминания будут плохие, потому что у нас бывает на улице дождь, иногда бывает, что вы забыли там угли купить, иногда бывает, что костер не разгорается, еще что-то, еще там куча факторов. И вот чтобы свести эти факторы все к минимуму, эстонский производитель, да, который известен нам уже по такой продукции, как Click and Grow, мы про них уже рассказывали, «Умные сады», выпустил вот такую вот вещь под названием куб гриль. Да, это куб специальной геометрии, где потоки воздуха распределены так, что вместе с прогоранием коробки одновременно разгораются и угли. Что для этого нужно? Здесь внизу есть специальный фитиль. Вы кладете на мангал. Если у вас есть специальный гриль, да, барбекю, там есть решетка. Кладете на решетку, прожигаете. Но если у вас вдруг этой решетки нет, надо поставить пару маленьких дощечек, чтобы дно не соприкасалась с твердой поверхностью, чтобы воздух все-таки проникал именно вот так. Поджигаете и ждете буквально 10-15 минут. Коробка прогорела, уголь у вас стал горячий, и можно готовить. Что мне в этом продукте радует? То, что здесь чисто экологические материалы, да, нет вот этого вот всем известного розжига, да, такая специальная настоечка, такой смесь ядреная, когда поливают вот эти вот угли, поджигают, потом вот этот едкий запах проникает в пищу, проникает в нос и, собственно, оставляет неприятные последствия, такая послевкусица остается жуткая. То здесь то ничего нет. Здесь все экологично, экологичный картон, экологичные угли и, собственно, экологичный принцип разжигания. Да? Когда вы поднесли спичку, куб прогорел, угли у вас уже нагретые, вы постоянно просто машете, ну, поддаете воздуха для того, чтобы они еще сильнее разгорелись. И вот этого куба хватает на 40-45 минут непрерывной готовки. Нужно будет, взяли еще один куб, подложили, и процесс пошел очень круто. Я давно о таком мечтал, потому что вот это вот постоянное разжигание, особенно когда уже гости пришли, неохота там стоять и тратить свои 30 минут для того, чтобы печку разжечь, наложить туда дров, потом засыпать это углями, и в итоге не так уж и выгодно получается. А здесь просто поставили, особенно для тех, кто хочет, у кого есть офис, да, на офисе есть небольшая открытая веранда. И на веранде стоит небольшой такой вот мангальчик, на котором постоянно готовят шашлычки. У нас такая веранда была на Бауманской. Нам постоянно приходилось там разжигать костер, засыпать углями. Все это было очень долго, геморно и неприятно. То здесь вот просто положили мангал в коробку, подожгли фитиль, и через 15 минут у вас все готово. Вам останется только положить шампура на мангал и через какое-то время получить готовый продукт, готовый шашлычок. Все, можно садиться. Эту вещь я рекомендую. Скажете, ну что за фигня, почему ты снимаешь вот такие вот обзоры на какие-то странные вещи, на такие какие-то непонятные продукты? Ну, друзья, ну, про такие продукты, кроме меня, вам никто не расскажет, потому что это чисто те продукты, которые мы с вами заслужили в настоящем будущем. Если хотите скидку, внизу она есть. Пока!